Сегодня мы с вами едем во Всеволожск. Ну что, ребята, мы во Всеволожске. Было все так легко и просто, что просто так взял и телепортировался туда, куда тебе нужно. Погодка супер вообще. Кстати, это вот именно тот дом, где случился взрыв наверху. И сейчас там все в аварийном состоянии. Знаете, куда мы сейчас с вами зайдем? Я вам сейчас хочу показать школу. Школа, где я учусь. А, 5-6 класс. Ой, блин. Я тут так давно не была, просто вообще. Вот именно вот в этой школе мы и познакомились с Дианой на уроке музыки. Вот эта школа, которую я вам показывала. Так, ну что, мы уже на балконе. Я хотела сказать, что вон там стреляют. Я хотела сказать, что вон там снимали кино. Что? Я хотела вам сказать, что тут снимали несколько сцен из сериала «Чужое гнездо». Этот сериал шел по каналу «Россия-1» несколько лет назад. Вон там, где поворачивают машины, на этом повороте, сложно узнать это место, но я попробую вставить в это видео кадры из сериала. Сериал, он на самом деле длинный, там идет где-то 60 серий, но он будет интересен многим, поскольку там и паранормальные явления, и клад, и какие-то исторические события, там пересечение настоящего времени и с 1916 года начинается сюжет. Вот. Вообще мне очень нравится вид. Это 14 этаж. Мне сейчас подсказали добрые люди. Я сама что-то не заметила. Куда мы едем? Я, короче, зашла погреться, и сейчас уже скоро нужно будет публиковать одно видео на YouTube. Сейчас я его прям тут, смотрите, где я публикую видео. На лестничной площадке. Сейчас позвоню будильник, я опубликую видео, и нужно будет потихоньку ехать домой. Хорошо, что сейчас уже поздно, темнеет. Уже что-то стемнело, пока я зашла. Ну что, друзья, я уже дома. Надеюсь, вам понравился этот влог. Было интересно узнать что-то новое, интересное, посмотреть на Всеволожск. Вот. Мы встретимся с вами послезавтра, поэтому всех люблю, всех целую. Пока-пока!